Всем привет! Меня зовут Марина Моргунова, и вы смотрите полезную программу. Многие родители задаются целью приобрести самый лучший, красивый и модный рюкзак для своего ребенка. Но дети зачастую не согласны с выбором взрослых. На что обратить внимание при покупке экипировки будущему школьнику? Узнайте прямо сейчас. Потому что от качества ранцев во многом зависит здоровье вашего ребенка, его безопасность, а также как он перенесет большие нагрузки в современной школе. Герои нашей истории Вера и ее сын Илья отправились в магазин, чтобы к началу учебного года выбрать ранец, который не только понравится будущему первокласснику дизайном, расцветкой и изображением на нем любимых героев, но и будет удобным, качественным и не навредит его здоровью. Ведь большинство детей носят школьные ранцы около 175 дней каждый год, а ведь их кости и позвоночник еще растут. Чтобы выбрать правильный ранец, необходимо обратить внимание на такие моменты, как размер, вес, анатомическая форма, конструкция, посадка, прочность, практичность, качество используемых материалов и их безопасность. Илья наконец определился с ранцем, а мы отправились к детскому ортопеду, чтобы узнать, правильно ли мы подобрали модель и форму. В итоге, что можно сказать о подборе данного ранца для данного человека? Дошкаленка вот такого роста и комплекции. Длина ранца соответствует физиологии этого ребенка. Отлично сформированная ортопедическая спинка, которая полностью контактирует с телом и не вызывает каких-либо деформаций. Хорошие лямки смягченные, и которые можно регулировать. Соответственно, я так думаю, что не стоит экономить на покупке хорошего ранца для ребенка, который идет в школу или ходит в начальную школу, потому что это очень сильно влияет на его здоровье, на здоровье опорно-двигательной системы. Например, этот ранец сочетает в себе эргономическую систему поддержки спины с трехуровневой регулировкой высоты. Система бесперебойна и проста в обращении. Рюкзак легко адаптируется к росту ребенка и соответствует его размеру. Это позволяет рюкзаку расти вместе с ребенком. Съемный ремешок на поясе распределяет вес, перенося его часть с плеч на талию. Регулируемая грудная стяжка и лямки с двойной регулировкой обеспечивают идеальный комфорт при носке ранца. Теперь наши герои с полной уверенностью могут приобрести такой ранец, ведь они уверены, у спины Ильи самые лучшие перспективы на будущее. Сеть магазинов «Мир сумок» – разнообразный ассортимент школьных рюкзаков и ранцев от мировых производителей. Город Красноярск, Красноярский рабочий 100D, телефон 245-79-45. На этом у меня все. Вы смотрели полезную программу. Все вопросы и комментарии вы можете оставлять на нашей страничке ВКонтакте. До встречи!